Добрый день, дорогие друзья. С вами Омская область, канал Боженитый. Буквально на днях мы с вами поговорили, значит, о гражданской войне, о ее исторической части, устной. Я сегодня расскажу, если удастся, покажу, а как я в быту ощущаю в настоящее время гражданскую войну, которая была 100 лет назад. Миф это был или реальность? Ну, я скажу, что это реальность. Мы посмотрели памятник, а теперь, значит, я покажу, а как в быту сталкиваюсь я, значит, с гражданской войной. Сейчас мы у меня на сеновале. Если удастся, сходим и попробуем найти что-нибудь такое, что осталось от гражданской войны. Встречается много чего разного интересного. Я тут веду хозяйственную деятельность. Сейчас покажу. Какую хозяйственную деятельность? Пашу огород свой. Кашу сено по окраинам села. Полю картофель, сажу тыкву и тому подобное. И в процессе работы попадаются самые разные предметы. Ну какие предметы? Показывать вам стреляные гильзы. Не знаю, тут, ну, тут есть, наверное, в кармане. Штуки 2-3 завалилось. Вот они, гильзы. Ничего особенного. Это все видели. Ничего такого особенного нет. Ну, встречаются такие вещи, которые не стоит нести домой, тем более кому-нибудь показывать. Принесешь домой 3 гуся. Скажете, неси в музей, а оно мне надо нести в музей. В музей придешь, отправят в полицию, отчитывайся, где взял, для чего. Да не дай бог протрешь или еще что-нибудь там от ржавчины. Скажут, о, это покушение на 3 гуся и тому подобное. Вот где что найду, там и бросаю. Но есть такие вещи, которые бросить на землю невозможно, потому что на них можно напороться. На тракторе едешь, под колесо попадет, потом камеру проколешь, либо покрышку. Сейчас пойдем посмотрим. Найду, не найду, не знаю. Снегу много. Ну так-то я помню, что куда-то здесь толкал, оставлял, чтобы не напороться. Ну, сейчас зима, снегу туда хрена. Ну-ка, посмотрим. А, нет, вот точно есть. Слушай, осталось. Вот оно, напоминание о гражданской войне. Просто что это такое? Ну это штык от трехлинейной винтовки Мосина. На землю бросишь, я же колесом на нее наеду. Домой тоже не притащишь. Металлолом сдавать, но тоже скажут, где взял, кто увидит. Что интересно, если так вот присмотреться, видать, что штык-то применялся по назначению. Но остается только догадываться, как он мог оказаться на огороде. Ну, несколько лет тут стояла Белая гвардия. Как ее выбивали, остается только догадываться. Делать предположения. Ну и да, я так думаю, что дело было ночью. Не до пристегнутого ножа, штыка. Лишь бы ноги было унести. Ну, потерял на огороде, потерял. Вот сейчас я нашел. Что, куда его девать? Опять его, я говорю. Если музейщикам надо, пусть приходят, спрашивают, идут и ищут. А пока зачем он мне нужен? Я туда же и назад его засуну. Участок земли не мой, значит, не мое. Посмотрел и назад бросил. Сено мое, а земля не моя. Ну, вообще, могу много чего показывать.